У нас прошел очередной курс транснационального эндоскопических операций. Это относительно новая технология, которая сейчас очень широко стала применяться, поскольку позволяет удалять опухоли прецизионно. Это органосохраняющее лечение, после которого пациенты сохраняют и функцию, и орган. Поэтому закономерно, что это вызывает интерес среди коллег. И мы это видим, и рады поделиться нашим опытом, который мы обладаем. Это самый большой опыт в России, больше 1000 случаев. Да и, в общем-то, для мировой практики это очень весомая цифра, которая была собрана за последние 11 лет. Сегодня в рамках нашего мастер-класса очередного ежегодного была выполнена транснациональная эндоскопическая операция по удалению ворсинчатой опухоли прямой кишки у одной из наших пациенток. Надо сказать, что эта технология позволяет пациенту очень легко перенести вмешательство, пациенты быстро выздоравливают, практически на третий-четвертый день мы уже можем говорить о том, чтобы отпустить этих пациентов домой. Это сложная технология, для того, чтобы ей овладеть, требуется не только посмотреть об этом какой-то фильм, учебное видео, а все-таки посетить мастер-класс, чтобы воочию посмотреть, как обследуются больные, как они располагаются в операционной, как выполняется сама технология с изучением инструментария. Я считаю, что это очень важным. Это наша работа как организаторов. Это сложно для нас, но выполнимо, потому что мы никогда не останавливаемся на достигнутом. И я приглашаю всех наших коллег, кому это не безинтересно, принимать участие в этом. Милости просим. Не первый раз езжу, хочу сказать, реально замечательный курс, потому что и лекционный материал, и данные живой хирургии, все было совершенно на высшем уровне. Не было никакой воды. Лично я для себя почерпнул много нового и интересного. И постараемся реализовать эту технологию у нас дома. Спасибо. Актуальная технология, которая позволяет выполнять органосохраняющие операции. И в целом в рамках нашей клиники, нашей области, это довольно востребованная процедура, которую будем внедрять, будем работать над этим. Огромная благодарность компании «Карл Шторц», нашим менторам, преподавателям Чернышову Станиславу Викторовичу Рыбакову, Евгению Геннадьевичу. Подробнейшие лекции, исчерпывающие ответы на вопросы. Огромное спасибо.